Да, в поддержку Украины встаем. Что вас привело? Ну как, сочувствие к людям меня привело, чувство несправедливости абсолютной и полного несогласия с тем, что моя страна творит уже сколько лет. Дорогие удельники манифестации «Супрать войны», я с вашего дозволу буду разгулять на белорусской мове. Бо за долгие часы миграции мне стало тяжко размовлять языком оккупанта. Я вчера вот был Люксембург, а сегодня Брюссель. Но... На дальше эскалацию конфликта. Не у своих сынов, не у своих наилепших спешных организаций, которая находится на Лубянке. Тем, что сегодня часа не разумеет, коли мы это зло толеруем. Взял я портрет лидера моей партии, который недавно получил 14 лет особого. Thank you.